Че, Нурик, английский не выучил еще? Лимоншейк ван. Я по утрам сейчас на диете, по утрам. Нурик, как ты решил так похудеть с таким рационом? Two omelets. Это йогурт, брат. Здесь фрукты. Смотри, мед берем. Вах. Смотри, поворотай, у тебя хана хрока идет. А кисто он пуля родной, Джо? Не. По ходу. Чё, Нури, как у тебя дела? Алхамдулиллах. Завтракать. Да? Куда идем завтракать? Самые вкусные завтраки. В Таиланде, да? Ты на чем передвигаешься в городе? Свою ласточку. Чё, Нури, где ты научился так ездить? Найтен, а в тем кто не мере? Что случилось, Нурик? 12 минут открыть, пойдем в Тони покушаем. Нормально, пойдем. Нормально. Здесь это вкусно. Я просто первый день завтраки стал, но я хочу, чтобы ты... Да, 19. Бать, бисвин, посумик на. Бисвин, да хун, мехлем, или бадичка, хун, лёгка дурит. Он там такая невкусная каша. Эй, доллар мне кидай. Омлет, yes, омлет. Омлет, yes. А? О. Кача один, да? Почему кача? Сок надо, дорогой, хе. Не. Ананас. 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 Ананас, я не банана, не ананас. Один, давай. Видно уже, в Руси. Че, Нурик, английский не выучил еще? So. Хаймон май хэм, сон ти. Ход ном ти дын. Нурик, салам алейкум. Алейкум салам. Как себя чувствуешь? Алхамдулиллах, брат, хорошо. Как тебе вообще здесь, в Таиланде? Здесь очень хорошо, мне понравилось. Погода, ну, здесь хорошо выходит. Да. Тренировки хорошие, спарринг, партнеры, все здесь, да, все бойцы топовые. Сегодня даст второе, а какое у тебя здесь? 20 провесов видов. Не буду говорить на камеру. Скажи, пожалуйста, чем отличается подготовка в Таиланде, например, твоя обычная подготовка, когда ты готовишься в Таджикистане? Везде тренировки обычные, везде тренировки одинаковые, но отличаются только люди, спарринг-партнеры. Если пашешь, то дома тоже можно пахать, тренироваться. Дома тоже хорошие тренера, просто. Что нового ты для себя нашел в Таиланде? Нового что ты наверное? Нового? Здесь можно каждый день чему-то новому научиться. Здесь очень профессиональные бойцы, смотришь на них, получаешь что-нибудь полезное. Каждый день можно научиться чему-нибудь новому. Команда твоя, Ахмат Таджикистан, Раджабали Байонов, ты по ним скучаешь? Конечно, скучаю. Раджабали Байонов вот неделю обещает, что приедет. Ждем, не дождемся, наверное, его. Каждый день звоню ему, говорю, где ты, где? Вот билет купил. Через Узбекистан, через Турцию, через это, через то. С лошади упал, короче. Ты так и с лошади упал, смотри, бай, блин. 2 дня, короче, надо это делать. Наверное, надеюсь, что сегодня он прилетит. Если он приедет, вообще
он мне большую мотивацию даст. И режим хороший, он по ночам мой телефон забирает. Без часов ночи. Короче, строго, строгий человек. Я по утрам сейчас на диете, по утрам кушаю чуть плотно, в обед рыбу там, или курицу, филе, салат. А вечером чисто на салате. Вечером кушаешь так, утро ждешь, чтобы утро наступило, и ты пошел плотно позавтракал. Кто вам лет? Задам. Не, погиб масло, окей, сам сел. Сейчас кушаем омлет. Чем твой омлет? Какой рацион там? Я не знаю, вот мне тренер Коля сказал, что по утрам тебе надо омлет кушать, плотный завтрак делать. Вот я кушаю. Яйцо, наверное, внутри овощи. Приятного аппетита, брат. Это что такое? Это фрукты, брат. Honey. Еще этот лимон шейк, лимон шейк, лимон шейк ван. Мы на упаковке. Вот это ананас, ананас один. О, для для тебя. Бисмилля. И каше, эй. Не оливье нахуй. Каше, эй. Оливье нахуй. Майлами, просто алдарас. Оливье нахуй, алдарас, бадигат, что оливье матрана мегу митсит, тоже. Ну и как ты решил так похудеть с таким рационом? Худеем. Чуть-чуть половина, это все мое. Эй, шакаран, да? Когда он тебе шакар? Нет. Ольбе. И чай? Асал. Баса, я не асал. Быков. Не, шакар амандо. Кишиша? А? Не, все, хэстам. Не, бахло. И чё хэстам ходи? А? Это йогурт, брат. Здесь фрукты. Смотри, мед берем. Вах. Перемещаешь. Оно сжигается внутри до обеда. Зато полезно. Что сжигается? Вот фрукты. Нормальная каша. Вообще бомба. Каким мягче без еды, да? Вот сумка, да, чувак? Это лимон шейк. Хайка. Не, погнали, уста как. Сидурик, Смотри, поворот, дай, где мы, когда в руке идет.
ласточка, 10:30. Потом будем купаться, отдохнем, покушаем, потом 4 опять тренировки. Короче, кушай и тренировки, кушай, спать и тренировки, да? Да. Ман зарад мехом аз тамоми тоҷикони дунё, ки ҳозир бо забони русӣ гап мезанам, барои оне ки бинандагони мо бисёртар аз давлатҳои рус забон ҳастанд. Разделили подготовку Нурулло Алиева на 3 части. Это все, что будет происходить в этих 3 эпизодах, оно все происходит в один день. Это был первый эпизод. Утро очень важно для бойцов ММА. Теперь смотрите в следующем эпизоде, что будет происходить. Бей сам хорош, бей, бей, начу, начу. Стоп! Ай, молодец, Шеринар, давай вперед! А, молодцы, харсак, заговори.